Родственники Сергея Золотухина с трудом сдерживают слезы. Они вспоминают его как смелого и уверенного человека. Парень с 12 лет заменил своему младшему брату отца и был взрослым не по годам. После окончания Иркутского авиационного техникума Сергея призвали в армию. Закончив срочную службу, он подписал контракт и в ряду первых принял участие в специальной военной операции. Он всегда относился к друзьям, к своим лояльно. Маму очень любил, помогал ей. Мы с бабушкой вдвоем живем, он периодически приезжал к нам, помогал, у нас огород свой, там земля. Что сделать, спрашивал всегда. Был очень ответственный человек, конечно. Мы очень любим его до сих пор. Сегодня на фасаде авиационного техникума в Иркутске под звуки военного оркестра открыли мемориальную доску в его честь. В прошлом году Сергей погиб в Запорожье при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции. Ему было всего 22 года. Сергея Золотухина наградили орденом мужества посмертно. Он отдал самое дорогое, что есть у человека, свою жизнь за то, чтобы мы с вами жили, чтобы наша страна жила, чтобы мы сегодня могли развиваться и жить так, как мы хотим. Говорить на нашем родном языке. Потерять сына. Сына в семье, который был старшим. На которого возлагали большие надежды. Который был молодой и еще мог сделать очень много добрых дел. Но принял он важное решение служить Родине. И это почетно, ответственно. И самое главное, для нас очень важно, что, еще раз повторю, для нас они все герои. Сергея Золотухина похоронили на Маратовском кладбище, на участке для почетных граждан города Иркутска. Юлия Бархатова, Сергей Коваленков. Новости сейчас.